Начиная с четверга, 6 ноября, на территории Донецкого аэропорта бойцы спецподразделения «Сомали» отбивают танковые атаки вооруженных сил Украины, которые пытаются вернуть утраченные позиции. На данный момент всю территорию аэропорта контролируют силы Новороссии. Враг постоянно предпринимает попытки прорыва, используя танки и легкобронированную технику. Также ведется постоянный артиллерийский обстрел позиций Новороссии. Они сюда втирают. Что? Сниму. Давай, я покажу. Пошли посмотри, какой дороги туда. Пошли. Когда-то была, да. 26-я она. Пошли, посмотрим внутри. Одним из объектов, в последнее время взятых под контроль бойцами Сомали, а именно взводом Тансора, стала пожарная часть, находящаяся непосредственно возле взлетной полосы. Тут, походу, базировались укропы. Подошли. Зажигалки по монастырю. Войны подняли над пожарной вышкой знамя Донецкой Народной Республики. Вооруженные силы Украины, еще не зная о том, что пожарная часть находится под контролем Сомали, предприняли попытку прорыва колонной, в составе которой были три танка, три БТР-80 и КАМАЗы с пехотой. Сомали встретила колонну ураганным огнем из противотанковых ружей и гранатометов. Было уничтожено два БТР-80, КАМАЗ с пехотой и подбит один танк. Во время боя один из танков попал по вышке, в результате чего боец Сомали с позывным «Казах» получил ранение средней тяжести. И эта пластина с бронежилета. Был тут разбитый танк. На танке был пулеметчик, который работал. Вот с него слетела бронепластина. Вот, видите все. Это Украина. Это не кто-то, это не зарубежная, это Украина, которая пришла на нашу землю. Смотрите. Вот, они пришли сюда, они из нашу землю разбивают. Бойцы Сомали вот также растяжка. Провели работу по частичному разминированию взлетной видишь? Полосы. Вот она растяжка, смотрите. Вот. Под дымком. Ну, сейчас погоди. Хорошо, вот так по читанию солнца. Это укроповская растяжка. Это укроповская растяжка. То есть надо быть более аккуратным. На взлетку очень тяжело выходить.
можно подорваться. То есть я бросил работу. У меня слева шахтеры. Тут нету профессиональных военных. Здесь люди, которые пришли, которые работали на простой работе. Которые реально там шахтеры, проходчики, там все. Нету тут никаких минеров. Нету тут профессиональных военных, которые 8 войн прошли. Как говорят, нету тут русских. Я ни одного русского, ни одного чечена не видел. Здесь люди, которые здесь живут. Но я больше бы хотел, чтобы все люди поднялись бы. Если поднялись бы люди еще, мы бы уже эту войну выиграли, и мы были бы, жили бы спокойно. Еще одна растяжка. Мы ее переступаем, не будем обматывать. Переступай. Переступай. Проходим дальше. Вовремя заметить. Вечером сомалийцы отдыхали у камина от родных подвигов по звуке гитары.